Сейчас мы покажем вам, как устанавливается агрегат системы пылеудаления. Начинаем установку агрегата с установки кронштейна на стену. Это наши трубы, выхлоп и всасывание. Это кабель управления, который мы проложили вдоль трубопровода. Это наша розетка, к которой мы будем подключать агрегат. Кстати, не забудьте про розетку во время разводки трубопровода. Очень частая ошибка. Забывают про электрическую розетку. То есть кронштейн мы установили, и сейчас будем навешивать агрегат. Устанавливаем глушитель на выхлопную трубу. Навесили агрегат на кронштейн и соединили выхлопное отверстие агрегата с глушителем. Собрали необходимый узел из фитингов, предварительно на сухую. Промерили, подходит ли эта конструкция для соединения трубопровода с всасывающим отверстием агрегата. Если все нормально сложилось, проклеиваем и устанавливаем. К агрегату мы ничего не приклеиваем. Это нужно для того, в случае, если у нас возникнет форс-мажор, необходимо агрегат снять для ремонта или обслуживания, чтобы мы легко могли без проблем отсоединить патрубки. Подсоединяем управляющий кабель клеммам на корпусе агрегата. Подключаем электрическую вилку в розетку. Теперь наша система готова к работе.